Да, я посмотрела сегодня, но я, в принципе, постоянно контролировала, как шел ремонтные работы в этой школе. Смотрела и с внешней стороны, когда приезжала. И очень, конечно, хотела, чтобы быстрее мы выполнили тот объем работ, который запланировали. И сегодня, конечно, все меня здесь очень радует. Очень понравился спортзал. На самом деле он стал таким прозрачным, светлым, уютным, современным, даже бы я сказала, красивым. Очень хорошая краска подобрана, стены красиво покрашены. Поэтому я думаю, что ребятам заниматься физкультурой очень приятно и хорошо. И то, что сегодня рассказали мне в школе, что помимо детей занимаются еще взрослые, кто проживает в данном микрорайоне, вечером приходят, занимаются волейболом, это тоже плюс. Чем больше будет нашего населения заниматься спортом, тем будет, наверное, наше общество более здоровым. Поэтому спортзал очень им понравился. Ну и, конечно, сегодня вот здесь мы находимся в пищеблоке, попили чай, попробовали чай. Тоже светлое помещение. То, что здесь было, когда мы приехали перед началом учебного года, конечно, в начале ремонта было страшно посмотреть. А сейчас очень симпатичная, приятная плитка, приятная окраска стен. Хорошие прозрачные окна, все очень приятно. Приятно, я думаю, что здесь и работникам, которые работают здесь, оценили то, что после ремонта и новое оборудование, и новые современные материалы. Ну и, конечно, детям на переменах кушать было, наверное, очень хорошо сейчас.